Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у меня автомобиль Hyundai Solaris 2012 года выпуска, двигатель 1.4, автомат, передний привод. Пробег на автомобиле 124 тысячи километров. Заменю масло ГУР, сниму бачок, помою, и также угловой шланчик с бачка, он потеет, я его сниму, обезжирю и посажу на червячные хомуты. Открываю капот. Вот такая вот запотевшая картина. Вот этот шланг отдельно, он не идет почему-то как деталь. Он идет только вот с этой трубкой. Откачиваю масло. Масло темноватое, но не грязное. Смертельно. Хотя на дне есть грязь. Снимаю хомуты, откручиваю бачок. Шланг пока далеко не убираю. Чем я снимаю. Здесь сзади клипса. Сейчас ее сжимаю с двух сторон. Снял бачок. Снимаю шланг. О, там стоит клапан. Снимаю нижний шланг. Также шланг далеко пока не убираю.
Вот и все. Из шлангов масло откачал. А теперь можно убирать. Мою бачок. Там сетка. Продую его. Ставлю на место и прогоняю свежим маслом. Также снимаю вот этот уголок. Его промою, обезжирю. Нижний шланг тоже сниму. И тоже его помою, обезжирю. Собираю все в обратной последовательности. Бачок я отмыл, шланги я отмыл. Вот такой вот стал бачок. Сетку внутри тоже промыл, продул. Ставлю на место нижний шланг. И верхний. Шланги, как я и сказал, на хомуты посажу, червячные. Это у нас сюда. Наживил, но пока не затягиваю.
одевая бачок. Все, защелкиваю. Все замечательно. Там поторопился одеть вот этот конец. А жидкость же я не заменил. Надеваю на бачок заглушку. Вот так вот, чтобы масло не вытекало. Сюда одеваю шланг. Беру бутылку пластиковую. Поставить ее, чтобы более-менее стоя стояла, не лежа. О, вот так вот. Так, здесь шланг вроде бы плотненько зашел. Беру масло. Масло PSF4 03100-00130. И заливаю в бачок. Полный бачок залил. Колеса у меня сейчас вывешены. Иду, кручу рулем влево до конца, вправо до конца. И со шланга обратки у меня потечет масло. Вот хорошо видно, один раз влево и один раз вправо провернул. Вот столько масла стекло. Заливаю еще.
Бачок полный. Ну а теперь я бутылку маленькую взял, масло пока солью с бутылки. Видно, какое я светленькое заливаю, какое темное сливаю. Еще пару раз так делаю. А насчет какое светленькое заливаю, наверное, поставил камеру так, что и не видно было. Ну, вот. Вот такой вот светлый. Полный бачок. Кручу руль. Все, бачок практически пустой. Снизу на самом донышке есть, но хорошо чем? Хорошо тем, что я сейчас освободил уровень с обратки. Я выдергиваю шланг, убираю бутылку. Снимаю заглушку и одеваю шланг на бачок. Вот и все. Прикручиваю теперь хомут. Доливаю масло. Так, ну, до середины долью. Хотя еще крутить руль надо будет. Вот так вот. Иду, руль поворачиваю влево-вправо. Проверяю уровень. Уровень у меня минимальный на горячую. На холодную у меня середина. Оставляю пока так. Закрываю крышку. Запускаю двигатель.
уровень снизился, доливаю. И потом уже кручу рулем. Вот так вот оставляю уровень. И кручу рулем влево-вправо до ухода вот этого замерения, которое слышалось вначале. Все, никакого замерения при повороте руля нету. Уровень на горячую сейчас стоит минимум. Немножко, чуть-чуть добавляю масла. Вот так вот. Само масло еще не разогрелось, поэтому на холодную оставляю минималочку. Посмотрим, понаблюдаем за этими шлангами, но думаю, с этими хомутами теперь потеть не должно. 1 литра масла хватает вот на такую замену. Снаружи этого не слышно, а вот изнутри это слышно. Зумерение. И когда крутишь руль, оно усиливается. Из-за чего масло и менял хозяин. Говорит, это... Туговат стал кедрач, не такой, как раньше, и звук появился. Давай масло поменяем. Но я ему сразу сказал, что быстрее всего это подходит гидроусилитель, насос. Замена масла ничего не исправила. Так что через какое-то время будем менять на нем ГУР. На этом все. Замена масла в ГУР. Я закончил. Всего вам доброго.